6000 рассад подготовила школа номер 9 для озеленения столицы. В рамках акции «Миллион цветов» ученики украсили школьный двор и подарили более 2000 цветов Якутску. Репортаж Валерии Константиновой. В этом году в ежегодной посадке цветов ученики школы номер 9 украсили весь школьный двор. Также дети своими руками разрисовали фигурки из фанеры в виде символов международных спортивных игр «Дети Азии». Садили дети, родители, учителя, техработники, то есть сотрудники школы, то есть все, вот, кто у нас здесь есть, все принимали участие. Школа должна быть олицетворением культуры, говорит директор школы номер 9 Нина Черных. На родительских собраниях она лично показывала обучающим фильмы на тему, как садить петуни. Таким ответственным делом занимались и ученики из начальных классов. Дети из дома приносили пластиковые стаканчики, почву. И тут же на уроке мы садили семена петуний. В первую очередь, конечно же, это экологическое воспитание детей. Это мы их приучаем к пониманию красоты, получается, да, трудолюбию. Дети у нас очень работящие. В процессе дети не встретили трудностей, а лишь радовались первым росточкам. Когда рассаживаешь, вот как заботишься, ждешь, когда он вот расцветет, этот выйдет, прям, чтобы почувствовать, вот как сказать, итог своего, да, результат своего труда. Вот. Кроме того, что такие уроки биологии воспитывают любовь к своему труду, они объединяют членов семьи. Ради одной, хоть и маленькой, но немаловажной цели, совместными усилиями можно показать пример всему городу. Валерия Константинова, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.